Мария, в чем дело? Думаю, тебе стоит знать, схватили нашу сторонницу. Какую сторонницу? Она в одиночку спасла отряд наших от дронов-убийц Сентинела. Она справилась с дронами? Сама? Мы не знаем, кто она и как ее зовут. Но она спасла наших людей, а значит, не должна сгнить в тюрьме Сентинела. Я разберусь.
Попал! Погнали! Тебе конец! Вы привезли из лагеря Сентинела пленницу. Где она? Чокнута-то? В медицинском центре на обследовании. Она несла какой-то бред про будущее и конец света. Мы ее сплавили, и все. Больше я ничего не знаю. Пытается удрать. Прикончил. Был тяжеловес, на вес вышел. Пристрелил. Миномет. В укрытие. Противник убит. Убьем всех! Не пугайтесь. Вам об этом что-нибудь известно? Это все, что я знаю. Спасибо за помощь. Ты. Это же тебя я ищу. Ты Номад. Откуда ты меня знаешь? Кто ты такая? Я раса Олдуин. Меня прислали за тобой. Забавно. А меня за тобой. Как ты вырубила два дрона? Слушай меня внимательно. Я из будущего. Нужно остановить машины. Из будущего. Ага.
Ты из Келтек? Там научилась дроны сбивать. Дроны? Моя цель — терминаторы. Т-800 на острове, и он ищет меня. Т-800. Новая модель? Эй, если дрон, мы с ним справимся. Ты не понимаешь? Он умеет думать. Сам пишет свой код, следит за целями, сливается с окружением. Идеальный убийца. И он остановится только тогда, когда поразит цель. Нипочем! Нам надо сматываться. Поел! Быстрей! Хочешь жить, держись рядом. Черт! Нет! Прямо в яблочко надо. В атаку! Что это за херня? Кто это был? Никто, а что? Это терминатор. Машина из будущего. Твое оружие с ним не справится. Но у меня есть нужное. Ну и где оно? У меня в мастерской. Я покажу, где это. Ладно, идем туда. Черт, как же они быстро. Мне не хватило времени. Мало было Скеллу дронов убить. Теперь они там сделали неуязвимых роботов с человеческой кожей. Его сделали не в Скеллтек. Это боевой киборг. Его создал искусственный интеллект Скайнет. Вернее, создаст через 40 лет. Говоришь, это хрень из будущего? Из возможного будущего. В моем времени мы создали оружие для борьбы с терминаторами. Создали на этом острове, на Ауруа. С какого перепугу мне верить? Ты своими глазами видел, на что он способен? Можешь мне не верить, но его нужно остановить. Дай мне вложить оружие в твои руки. Остальное за тобой. Это меня устраивает. Они быстрые. Мне не хватило времени. Мало было Скеллу дронов убить. Теперь они там сделали неуязвимых роботов с человеческой кожей. Его сделали не в Скеллтек. Это боевой киборг. Его создал искусственный интеллект Скайнет. Вернее, создаст через 40 лет. Говоришь, это хрень из будущего? Из возможного будущего. В моем времени мы создали оружие для борьбы с терминаторами. Создали на этом острове, на Ауруа. Какого перепугу мне верить тебе? Ты своими глазами видел, на что он способен? Можешь мне не верить, но его нужно остановить. Дай мне вложить оружие в твои руки. Остальное за тобой. Это меня устраивает. Пользуется большим успехом.
Они не смогут попасть внутрь, технологий не хватит. Но дорогу придется расчищать. Дай мне оружие. Ни за что. Меня учили с ним обращаться. Мне не важно, кто и чему тебя учил. Не важно, где и даже когда. Я уберу их, а ты не лезь под пули. Я распечатала оружие на 3D-принтере. Мы не были уверены, что найдем его. Кто это мы? Сопротивление. Меня прислали сделать оружие против машин. Был риск, что нужное оборудование не изобрели, но... Нам повезло. Это оно? Это базовый вариант. Его можно улучшить. Я покажу тебе, как это сделать, но нужны материалы. И что мне с ним делать после апгрейда? Убить терминаторов. Их будет несколько. Оно прошьет их броню и поджарит схемы. Моя миссия — дать тебе его. Ладно, я подыграю. Пока что. А ты пока спрячься куда-нибудь в безопасное место. И помалкивай. Не хватало еще подать Сентинеллу идею про киборгов. Задача должна быть выполнена. Задачей было дать мне эту пушку. И она у меня. Есть такое место, Эдгин. Укройся там. Ты так ничего и не понял. Мне приказано довести дело до конца. А вот выживу ли я, не имеет значения. Твоя миссия — помочь мне доделать оружие. А значит, ты нужна живой. Так? Взорви мастерскую и иди в Эдгин. Скажешь, что от меня. Как идут дела? Почти готово. Я максимально доработала прошивку оружия. То есть убивать этих роботов будет проще? Да, осталось их всех найти и убить. Здесь отслеживающая программа. Подключи ее к антенне, и сможешь находить Т-800 по их электромагнитным импульсам. Начинаем охоту на железяк. Да, и как можно быстрее. Здесь слишком много Т-800 для обычного устранения цели. Что-то тут не так, и надо с этим разобраться. Что это? Черт бы их побрал. Открыть огонь!
Черт, заперто. Весь техпроцесс завязан на мощной системе охлаждения. Надо ее сломать. Теперь давление взлетит до небес.
ужасно. Машины стали делать сами себя без участия людей. Прямо как в Детройте. Внимание! Отказ системы охлаждения. Во избежание перегрева ядра необходимо снизить нагрузку. Внимание! Отказ системы охлаждения. Во избежание перегрева ядра необходимо снизить нагрузку. Перегрева ядра необходимо.
ничего не дождусь. Раса будет в восторге. Ты права. Твоя программа нашла целый рассадник роботов. Оказалось, что Т-800-е строили завод. Для сборки таких же. Чтобы убить все живое на архипелаге. Полное уничтожение. Уже не важно. Я уничтожил завод. То есть... Все, солдат. Задача выполнена. Но я не погибла. Отлично. Эй. Твое будущее в твоих руках. Останься в Эдгине. Место-то хорошее. Я просто... никогда не думала, что дальше. Самое время начать. И хватит пугать всех концом света. Впервые вижу, чтобы ты улыбалась. Там, в будущем, я часто... мечтала, что война кончится, что я смогу пожить нормально, просто мирной жизнью. Поверь мне, тут мирной жизнью и не пахнет. По сравнению с будущим, тут сады Эдема.